спонсор рубрики «Финансовая группа Сберегательный союз». 499 рублей потратил в феврале 2016 года среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин. Такие данные опубликовал исследовательский холдинг «Рамир». Средний чек похудел сразу на 13,5% относительно январских показателей. Даже в разрезе года его падение оказалось чуть меньшим – 12,5%. В целом стоит отметить, что подобного резкого падения среднего чека не наблюдалось никогда за все годы измерений. Однако поводов для паники нет. На фоне растущих общих расходов на повседневные товары сокращение среднего чека говорит только о том, что россияне решили разнообразить свои походы по магазинам. Они ходят за покупками чаще и в большее количество магазинов, в каждом из них оставляя меньшие суммы, чем месяцем ранее. Рубль снижается к основным валютам на фоне волатильности мировых цен нефти. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 17 марта, составляет 71 рубль 2 копейки. По сравнению с предыдущим значением, курс вырос на 48 копеек. Европейская валюта также растет на 42 копейки по сравнению с предыдущим значением. И официальный курс евро, установленный Центральным банком на завтра, составляет 78 рублей 75 копеек. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает юридическим и физическим лицам выгодные проценты по привлечению сбережений, разнообразные программы по займам и многое другое. Мы гарантируем максимальную открытость бизнеса. Телефон 8 800 5000 977.